сотканы звуков, восточный базар, запахов, криков, поющих фанфар. Вопрос задает продавец не спеша: чего пожелаешь, моя госпожа? Вот персик, смотрит он на тебя, незнакомку встречая, мило блестя. Взлетели ресницы, потеплели глаза, чужой мне язык невзначай поняла. Слова не нужны, все фибры души наполнили светом улыбки паши. Широким и важным взмахом руки представляет сегодня Востока дары. Гора ананасов, зеленый фазан, а рядом папайя и нежный банан. Лимоны сияют, апельсины грустят. На пальмовых ветках сброшен наряд, утешает несмелый какао-стручок. Для сока очищен ваш душистый бачок. Манго, орехи, маниоки, свекла, кофейные зерна и кукуруза легла. Как перы из сказок персидской земли, попробуй батак, ты ее потесни. И разный цвет, обилие трав, пахучее море разных приправ, стоим на распутье, предчувствуя шок. Но выручил друг меня рысомешок, подставил бочок, подавая пример. Удивился на это пустыни бербер. Присядь, госпожа, отведай глоток, водой родниковой угощает восток. С грацией кошки подает ему джин, холодный с лимоном воды мне кувшин. Она освежает и радует взор, загорелых на солнце фиников хор. Смеется базар, предлагая дары, смелее, не бойся, угощайся, бери. Вот, вот.